Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас наконец-то реакция на армянскую песню Димаша от Алекса Родригеса. Это очень большой фанат Димаша из Бразилии. Всем приятного просмотра. Приветствую, мои дорогие, добро пожаловать на канал. С вами ваш Алекс Родригес. И сегодня у меня такой запрос на реакцию на лучшего певца в мире. Уверен, вы знаете, о ком я говорю. Мы, конечно же, говорим о... Димаш Кудайберген. Yes. И он споет армянскую песню. Здесь есть субтитры на английском. Не знаю, кто сделал этот перевод, но наверняка это была непростая работенка. Благодарю вас, кто бы вы ни были. Вы упростили жизнь многим дерз. Он споет песню «Умру ради прохлады гор». Родные мои, я на седьмом небе от счастья, потому что моя бабушка, Мэри Белл, она сейчас в Турции и собирается на концерт Димаша. Я так рад за нее. И я думаю, сегодня она проживет самые яркие моменты в своей жизни. Итак, давайте начнем. Перед нами Димаш, лучший певец в мире. Поехали! Давай, Димаш. Димаш просто невероятный. Все мы это знаем. Но никогда не знаешь, чего ожидать от него. Прекрасная сцена. Родные мои, мне просто скинули эту ссылку, но не сказали, что это будет такое. Сейчас мы разберемся по ходу дела. Все, что касается Димаша, стоит того, чтобы на это посмотреть. Мне это напомнило, когда он начинал петь «Самалтау». Уф. Это волшебно. Это должно быть армянская народная песня. Это что-то за гранью наших возможностей. Это что-то особенное. Способность вытворять такое. Мураши!
Просто глаз не оторвать. С видео. Кстати, я хотел бы узнать у братьев армян насчет его акцента. Потому что все мы знаем, что Димаш способен взять песню на другом языке, которую он вообще не знает, и выучить ее за несколько минут, ну или часов. Потому что он не совсем обычный человек. Певец. Он уникальный, другой. Он — это нечто, я вам говорю. В общем, хотел бы знать это. Как же красиво! Душевно, по-домашнему. Вау. Димаш. Спасибо. Ну и как всегда, он заставляет каждого гордиться собой. Спасибо, родной, спасибо. Спасибо, спасибо. Тысячекратный поклон. Спасибо. Это была чистая магия. Мне не терпится увидеть, как пройдет его сегодняшний концерт в Турции. И еще больше мне не терпится послушать впечатления моей бабули. Димаш, он просто лучший. Это само собой разумеется. Я думаю, что он скрашивает каждый день вашей жизни. Как и сегодня, так и всегда. Он умеет это делать. Спасибо Димашу. Спасибо, Диерс, всем нашим. Надеюсь, вам понравилась эта песня. И что сегодняшний концерт будет бомбическим. Храни вас Бог. Всего вам наилучшего. Ну и, конечно, нашему необычайному Димашу. Спасибо большое. Всем до свидания. Всем спасибо за внимание. Когда я впервые послушал эту песню, то у меня по всему телу была дрожь. И я реально почувствовал прохладу армянских гор. Всех люблю, всех обнял. Пока!